Туризм – это переноска немалых тяжестей на немалые расстояния в свободное от работы время за немалые деньги. Я Алексей, поговорим о том, в чем перевозить вес в велопоходе. Сейчас речь пойдет о велобаулах. Велобаулами я называю те сумки, которые крепятся на багажник велосипеда и позволяют длительное время возить порядочный объем вещей в велопоходах. Ну или просто, не обязательно в велопоходах, просто перевозить вещи на багажнике. Итак, какие бывают велобаулы? У некоторых типов еще нет своих названий, поэтому я назову их, как у меня левой пятки захочется. Кофр. Раздельные боковые сумки. Объединенные боковые сумки. Комплект из трех частей. Многообъемные велоштаны. Однообъемные велоштаны. Плавно начну с самых спорных в туризме конструкций, а потом перейду к более грамотным. Кофр. Бывает три разновидности. Жесткий, полужесткий и мягкий. Жесткий, он также называется бокс. Это, в принципе, как на скутерах, мотоциклах, такие вот сумки с замочком. Самая, по-моему, бесполезная в туризме конструкция. Да и на велосипеде тоже, учитывая ее вес, то, что большинство боксов быстросъемные, то главная отличительность практически любого типа кофра то, что он идет под размер багажника, под ширину, там плюс-минус, ну максимум 10 сантиметров, поэтому за габариты багажника он не выступает, это вполне удобно. В жестком кофре можно возить вещи, в мягком тоже, это очевидно, и сказать вот для чего существует жесткий кофр. Единственное грамотное применение жесткому кофру, которое я видел, это парень прикрепил себе на круизер его сзади на багажник, вмонтировал туда колонки и ездил как такая музыкальная шкатулка. Это было прикольно и, по-моему, грамотное назначение жесткого кофра. Если вы знаете, для чего его можно использовать, расскажите в комментариях, мне самому крайне интересно. Только не так в теории, а вот реально, для чего он нафиг нужен. Полужесткий и мягкий кофр, в принципе, довольно-таки неплохо подходит для походов однодневных Fast and Light, когда у вас либо нет хорошего рюкзака с подвеской, который, к слову сказать, стоит дороже мягкого кофра, либо просто вам комфортнее, когда у вас за спиной ничего нету. Есть некоторые виды полужестких кофров, в боковины сумочки, которые позволяют стать этому кофру псевдоподобие штанов. То есть, как бы вы открыли кармашек, оттуда вывалилось еще сумочка, и туда можно еще положить, и сумочки будут висеть как бы с двух сторон от багажника. Довольно спорная конструкция, но в случае какой-то резкой необходимости что-то увести куда-то, ну, имеет место быть, на мой взгляд. Хотя лично мне она не понравилась, она сделана довольно-таки посредственно. Единственное очевидное преимущество кофра в том, что он находится как бы по центру и не сильно влияет на аэродинамику. Я неоднократно видел велосипедистов, которые, передвигаясь по городу, вешают одну сумку боковую. У них, соответственно, очень сильно идет дисбаланс по сопротивлению ветра, ну и парусность ощутимо больше. Я не понимаю этого и как бы... Ну, об этом чуть позже. Боковые сумки. Объединенные или раздельные? По сути, это как бы одно и то же с легкой отличительной особенностью. Что же все-таки лучше? Преимущество разделенных боковых сумок в том, что их можно снимать по очереди. То есть вы сняли одну, если вам нужно, да, и поехали с другой. Но опять же, я только что говорил, что в этом случае лучше приобрести кофр. Он будет выгоднее, а одна сумка, она и на парусность влияет, и у нее аэродинамика нарушается. В общем, не самая лучшая идея. Быстро форсировать преграды с разделенными сумками сложнее, если вам требуется их снимать, потому что особенности крепления там такие, что быстро они не снимаются и не надеваются. По крайней мере, я таких еще не встречал. Объединенные боковые сумки тут в этом плане выгоднее, потому что они вешаются парно, снимаются достаточно быстро, легко одеваются, надежно держатся и, в принципе, не закрывают особо багаж. Ну, по крайней мере, те, которые эксплуатировал я, были в этом плане очень удобны. И опять же, при форсировании преград они надеваются, снимаются, ну, довольно-таки ощутимо быстрее, чем разделенные штаны. Объем у них бывают разные, материалы разные. В принципе, достаточно неплохой вариант, опять же, для тех же ПВД, только с более грамотной разгрузкой. Потому что, когда сумки находятся с двух сторон, аэродинамика тоже, ну, более-менее адекватная становится.
при этом центр массы снижается вниз, то есть вести кирпичи на багажнике, в кофре или в штанах однозначно выгоднее будет в штанах с точки зрения потери КПД. Минус разделенных, ну и объединенных боковых сумок в том, что обычная пенка, скрученная трубочкой, в них не помещается, ее надо помещать сверху. Комплекты. Это боковые сумки и верхний, ну, кофр-рюкзак, нечто среднее, который с помощью молнии, липучек или других хитрых застежек соединяется в единую конструкцию на багажнике. Преимущество данной системы в том, что в случае, например, форсирования можно снять только верхнюю часть, надеть как рюкзак и более просто форсировать преграду, например, или привязать там велосипед, там, ну не знаю, поставить где-нибудь, а самому с рюкзаком подняться на какую-нибудь горку, уступ. Это может быть удобно. Хотя по личному опыту эксплуатации у меня лежат достаточно дорогие, по-моему, пиковские сумки, но об этом отдельный обзор. Вот, они крайне неудобные. Я сталкивался с другими моделями разъединенных комплектов. У них у всех очень много недостатков и практически нет преимуществ. Поэтому комплекты из трех частей не советую использовать вообще. Велоштаны. Это практически те же комплекты, только у них есть одна особенность. Они не разбираются, и это их главное преимущество. Существует три подвида велоштанов. Однообъемные, двухобъемные и многообъемные. Третья, начнем с нее, потому что она самая бесполезная. Многообъемная, это значит, что по сути она ничем не отличается от комплекта, только сшита из единого куска ткани. Недостатки точно такие же. У вас затрудненный доступ, ну, кроме того, что он не разваливается во время движения, да? У вас затрудненный доступ в верхнюю часть штанин. Некоторые вещи сложно уложить, поэтому в данном случае многообъемные велоштаны также далеко не лучший выбор для велопоходов, но я постараюсь об этом сделать отдельный выпуск. Сейчас в целом, как это бывает. Двухобъемные или однообъемные? У меня были и те, могу сказать, что в принципе при правильном укладывании особой роли не играет. В чем их фишка? В том, что вы можете палатку, там у нее ждуги определенной длины, и чтобы это лучше развесовка была по штанинам, положить палатку не поперек, а поставить как бы вертикально в штанину. Вот кроме аскета, все остальные палатки, они как бы в штанину не влезают, поэтому если трехобъемные штаны, то вы как бы не сможете нормально поставить палатку. Но у меня сейчас однообъемные велоштаны, и это лучший выбор, который я встречал. Очень удобно укладывать, потому что у вас свободный доступ сверху, и как бы вы можете зрительно укладывать равномерно. И преимущества их более очевидны, чем недостатки, при том, что если вам вдруг потребуется что-то со дна, вам придется перетряхивать всю штанину сверху. Но что я могу на это сказать? Складывайте грамотно штанины, это не так сложно научиться. Для велотуризма однообъемные велоштаны самые лучшие. Хотя, может быть, мне попадутся такие, которые будут лучше, посмотрим. Также фишка велоштанов в том, что у них, как правило, есть лямки, и вы можете снять его единой конструкцией, надеть как рюкзак и спокойно форсировать преграды. Это очень удобно. Пару раз мне даже это пригодилось. Хотя, в принципе, без лямок бы я тоже справился вполне себе неплохо. Итак, что же все-таки выбрать? Скажу сразу, я перепробовал все типы баулов, кроме жесткого кофра. Вот его у меня никогда не было. Как использую я? В серьезные автономные походы я хожу с однообъемными велоштанами. В несложные походы или ПВД типа Fast and Light или Just for Fun я могу ехать с какими-нибудь объединенными боковыми сумками, а сверху просто пенка и палатка. По городу я иногда использую полужесткий кофр и Бера, также у меня с ним очень любит кататься жена, потому что она не любит рюкзаки. Напишите в комментариях, какими типами велобаулов пользуетесь вы. Мне очень интересно, а также поделитесь опытом о тех фирмах, которые на ваш взгляд заслуживают внимания. Я Алексей, спасибо за внимание, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал, бай!